программа «День с толком», в студии Андрей Дрейер. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. 10 тонн рачка Артемии выловили браконьеры в Михайловском районе. Ущерб государству оценили в 7 миллионов рублей. В Казахстан, Армению и Узбекистан пути закрыты. РЖД меняет расписание в связи с эпидемией. Заринский пухляш-танцор все-таки выйдет на сцену Евровидения. Вирус шагает по стране. Заболевшие коронавирусом зафиксированы уже в 15 регионах России. Инфицированных выявили в Красноярском крае, Архангельской, Калужской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской и Ярославской областях. По состоянию на 17 марта среди новых заболевших 21 человек. Общее число инфицированных в стране больше 100. В Алтайском крае зараженных пока нет, но ведутся работы по предупреждению болезни. Губернатор Виктор Томенко объявил, что в скором времени в регионе отменят массовые культурные и спортивные мероприятия. Также временно приостановлено железнодорожное сообщение. Поезда не ходят в Казахстан, Армению и Узбекистан. Ограничение коснется пока только прямых пассажирских рейсов. В РЖД сообщают, что неиспользованные билеты можно будет вернуть без дополнительных потерь. Исследования анализов на коронавирус у приезжающих из-за рубежа проводят в Барнауле, а не в Новосибирске, как думают многие. Но берут их лишь на 10-й день после прилета. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. У нового вируса долгий инкубационный период, поэтому 10 дней после прилета человек находится на самоизоляции. При необходимости и наличии постановления главного санитарного врача выдают больничный лист. 4-5 часов после забора анализов и результат известен. В этой же лаборатории исследуют материалы и тех, кто болен вне больничной пневмонией и ОРВИ. В случае появления положительного результата от какой-либо из категории граждан, материал будет направляться для подтверждения в вектор, город Новосибирск. Если будет случай подозрительный на новую коронавирусную инфекцию, все мероприятия будут развернуты в полном объеме. Тест-систем в регионе достаточно, уверяют специалисты. Материалы для анализов принимают в круглосуточном режиме. 10 тонн – это 200 мешков рачка Артемии цисты. Таков незаконный улов браконьеров в Михайловском районе. Трое мужчин удачно порыбачили на соленых озерах. Их задержали накануне. Средняя оптовая цена расфасованных рачков Артемии от 500 рублей за килограмм. Таким образом, улов браконьеров потянул бы на 5 миллионов рублей. Помешали сотрудники ФСБ. Там ущерб государству оценили еще выше – в 7 миллионов. Дело в том, что на вылов Артемии нужна специальная лицензия, которой у задержанных не было. Дело отправлено в суд. Обвиняемым грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. Что до самих рачков Артемии, все организмы живы. В апреле их должны вернуть в естественную среду соленого озера. Все в дверь, а он в окно. К нам обратились жители одного из барнаульских домов с жалобой на соседа. Этот человек превратил свою квартиру в настоящую свалку и настолько завалил ее хламом, что заходит в квартиру через окно. Среди других жалоб – неприятный запах, тараканы, опасность пожара. Илье Кочеткову удалось лично пообщаться с владельцем захламленной квартиры и узнать, собирается ли он наводить в жилище порядок. Залезь обратно на свои кучи, потому что открыть надо. Чего открывать? Ну сам выйди тогда сюда, в коридор. Выползай. Вот так жители одного из барнаульских домов пытаются, так сказать, вступить в контакт с одним из соседей. Такое соседство всем порядком надоело. По самым скромным подсчетам, житель этой квартиры собирал в своей однушке мусор почти 10 лет. Всякие доски, всякие палки. Что там только у него нет, это вообще. И тараканы. Пытаемся сами поговорить с жителем злополучной квартиры. Хозяин не сразу, но открывает. Судя по всему, он искренне не понимает недовольства соседей. Ну какой плохой запах? Ну чем вот они занимаются? У меня и так со здоровьем плохо. Сейчас я у приставов был. И что вам пристав говорит? Ну, до 30 апреля надо вынести мусор. А вы это сделаете? Неизвестно. А что вам мешает вынести мусор? Здоровье. По словам жителей, летом мужчина лежал в больнице. Вернувшись, вел себя более дружелюбно, даже начал выносить мусор. Но вскоре снова начал запасаться вещами, а еду готовил прямо на улице, под окном, на костре. Как нам рассказали соседи, некоторое время назад житель этой квартиры забирался в свое жилье через окно с помощью вот этой приступочки. Но по его собственным словам, сейчас его здоровье ему не позволяет делать даже это.
Говорят, теперь из дома он практически не выходит, как и чем питается, неизвестно. Свет, воду в квартире, кстати, не приватизированной, муниципальной, давно отключили. Но опасность осталась. Жители боятся, к примеру, пожара. Сгореть или задохнуться может весь подъезд. Жалобы дошли до мэрии. Первый раз чиновники обратились в суд несколько лет назад. Не помогло. Недавно решили повторить. Позволяет эта статья в рамках судебного решения выселить без предоставления другого жилого помещения гражданина. Такая практика в городе уже есть, но, к сожалению, судебное решение, которое состоялось буквально в текущем месяце этого года, нам было отказано. Почему, чиновники пока не знают, но, возможно, суд решил дать Никулину еще один шанс навести в квартире порядок. Но власти и жители в это не верят, будут подавать апелляцию. Мы же, в свою очередь, ждем ответа соцзащиты. Знают ли там о данном гражданине и нуждается ли он не столько в преследовании, сколько в помощи? Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком». Скоро стоит ждать паводка. По данным синоптиков, грядущие дожди могут ускорить первую волну. В эти дни с 14 по 17 марта в крае прошли обильные дожди и снегопады, а значит, снежный покров может разрушаться быстрее. И это при том, что по оценке специалистов, в бассейнах крупных рек региона накоплено почти в два раза больше воды, чем обычно. Интенсивное снеготаяние начнется в середине марта, начале апреля, и уже ожидается, что уровень воды в водоемах превысит многолетние показатели на метр. В МЧС готовятся к распиловке и взрыву льда, очистке водоотводных каналов. Водоналивные рукавные дамбы планируют установить в Бийске, Салтонском, Шипуновском и Краснощековском районах. К другим темам. В многофункциональных центрах Алтайского края и Республики Алтай теперь можно не только оформлять документы, но и оплачивать госпошлины и услуги. В алтайском отделении ПАО «Сбербанк» завершили подключение окон МФЦ к сервису приема платежей. Подробнее Илья Кочетков. 471 окно в Алтайском крае, 25 в Республике Алтай оборудованы, чтобы принимать платежи. Теперь оплатить услуги можно безналично по карте любого банка. Мы расширили возможности для наших клиентов. И сейчас оплатить государственную пошлину можно непосредственно в окне при оформлении документов для предоставления услуги. Дополнительно ходить никуда не нужно. Все наши сотрудники прошли соответствующее обучение и готовы предоставить полноценный и качественный сервис всем нашим клиентам. По дополнительным услугам вся комиссия прозрачна. Плательщик заранее видит в предварительном чеке, сколько будет стоить та или иная услуга. Государственные пошлины при этом принимаются без комиссии. К приему платежей готовы все окна МФЦ региона. Мы стремимся сделать сервис по приему платежей более доступным для всех категорий населения. Кроме платежей по оплате госпошлин, клиент может также оплатить коммунальные услуги в пользу поставщиков. Перечень поставщиков расширяется, и мы видим увеличивающийся спрос со стороны клиентов на данную услугу. О том, что сервис действительно востребован, свидетельствуют первые данные статистики. С момента реализации проекта услугой воспользовались более 7 тысяч клиентов. Периодически пользуюсь услугами МФЦ. Раньше для осуществления платежей необходимо было тратить много времени для того, чтобы доехать до какого-то банка, заплатить платежи. Сейчас это все происходит оперативно, в одном единственном месте. Очень мало времени тратится. Жители Алтайского края и Республики Алтай одними из первых в России могут воспользоваться новой услугой. Кстати, наш регион – лидер в стране по количеству подключенных окон. Проект продолжает свое развитие. Основная его цель – сделать сервис оплаты госпошлин и других услуг доступным и удобным для каждого жителя края. Илья Кочетков, Илья Халяпин, «День с толком». Пухляш из Заринска все-таки поедет на Евровидение. В середине мая алтайский танцор выступит в Нидерландах в составе группы Little Big с песней «Uno». О том, что Дмитрий Красилов поедет на Евровидение, стало известно в посте официального инстаграма группы. В марте фанаты даже создали петицию с требованием взять Пухляша на музыкальный конкурс. Она собрала более 7 тысяч подписей. Так что теперь, как минимум, жители Алтайского края будут особенно трепетно смотреть за главным международным конкурсом. Дмитрий Красилов – уроженец Заринска. Впрочем, теперь, где теперь больше любят Диму, уже неизвестно. Пухляш приглянулся и россиянам, и иностранцам. Обычные зрители уверены, что такой выразительный танцор станет изюминкой российского выступления. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!